Здорово, смертный. Сегодняшнее видео будет быстрый ремонт. И вчера я хотел, поиграть в новые диски для Dreamcast. И я забыл, блин, что у меня американка на 110 вольт. И поставил его в розетку и взорвалось. И походу вот эта штука взорвалась, был дым конкретный. Я надеюсь, что только этот взорвался. Здесь даже нету защиты. Видите, здесь это европейский блок. Я вытащил с европейки и поставил на американку, чтобы проверить, если работает. Слава богу, все запускается. Но видите, у европейского есть защита. То есть, если что-то случается, то эта хрень взрывается. И весь блок сохраняется. А вот на американском, хер раз два, нету вообще защиты. И когда первый раз, когда я подключал, что-то глючил, то есть меню вообще не двигался. Я подумал, что за херня. Запустил второй раз и взорвалось, как задымело вообще конкретно. И я быстро ее выключил. Видно, что эта хрень взорвалась. Внутри было все в какой-то жидкой херни. Придется его отпаять и поменять. И надеюсь, что только эта хрень не взорвалась. И блок рабочий, он даже меньше, чем европейский. Европейский какой-то другого типа, он побольше. И видно, что защищен. А вот американский не защищенный. То есть, я не знаю, как это так вообще. Вот, как выглядит. Довольно сильно отличается. Так что, будьте осторожны. Рано или поздно я бы по-любому взорвал бы этот блок, потому что я реально забыл, что это хрень на 110 ватт. И когда сунул в розетку, бах. Но слава богу, она работает и с европейским блоком. То есть можно поменять здесь и поставить обычный европейский, и американка будет работать свободно. То есть в этом прикол. А это придется починить. Отпаять отсюда и починить его. Надеюсь, есть такие большие. Ну что ж, надеюсь, было интересно. Если у кого-то то же самое хрень случилось, будьте осторожны, потому что это реально опасно. Лучше бы я бы не проверил. Хотя бы если я бы с утра тоже проснулся и бы захотел проверить, я бы, наверное, то же самую херню бы сделал и взорвал бы этот блок. То есть здесь надо быть осторожным с американками. Лучше поставить европейский блок сразу внутри и все. Потому что я европейкой это не пользуюсь, потому что лазер почти мертвый. И она просто сидела, а вот американская лазер хороший. Я на ней играл с блоком от Panasonic 3DO, но я забыл, что это хрень на 110, и сразу подключил ее в розетку и как взорвался. Ну что ж, всем спасибо, ставьте лайки, дизлайки, подпишитесь и пока.